Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Это видео-уроки о языке HTML. И сегодня я бы хотел рассказать вам про тег, который называется Canvas. Данный тег необходим нам при рисовании каких-то изображений на странице, если мы хотим нарисовать их непосредственно в браузере, то есть не загрузить готовое изображение, а отрисовать его в браузере какими-то примитивами, линиями, кругами, окружностями, прямоугольниками и другими элементами. Рисуется это все на языке JavaScript, например, который мы сейчас не рассматриваем. Это будет отдельный курс по языку JavaScript, где мы будем подробнее останавливаться на всех этих функциях, изучать данный язык программирования. Сейчас вам может это показаться не очень понятно, но тем не менее тег Canvas относится к тегам изображения, поэтому мы будем его рассматривать сегодня вкратце. Давайте я вам покажу для примера. У нас записывается Canvas, обязательно должен быть идентификатор, чтобы понимать, где отрисовывать нам. По этому идентификатору мы будем отслеживать данный Canvas, их может быть несколько на странице, поэтому на каждом мы можем рисовать что-то свое. Указывается ширина и высота. В принципе, это все, что нам необходимо знать. Ширина по умолчанию 150 пикселей, высота по умолчанию 300 пикселей. Давайте теперь посмотрим. Здесь мы создали Canvas, указали свою произвольную ширину и высоту. Как с этим теперь работается? Мы создаем скрипт, вот весь его код. Вам сейчас не нужно все это понимать, вы можете просто себе этот код взять, он будет в описании под видео, загрузить и убедиться, что он действительно работает. А дальше в курсе по JavaScript мы будем подробно рассматривать все эти функции. Вкратце расскажу вам, как это работает. То есть при загрузке окна, данная вот функция отвечает за это, выполняется вот этот код. А этот код у нас делится на такие вот части. Здесь указаны комментарии. То есть рисуем окружность. Вот эти вот 7 строк. Потом рисуем левый глаз. 6 строк. Правый глаз. И рисуем рот. Что это в итоге у нас получается? Давайте взглянем. У нас получается вот такой вот веселый смайлик. Мы его отрисовали на канвасе. Сразу же здесь в браузере. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы удалим, например, вот этот код. Мы можем это смело сделать. Вы видите, что произошло. Также вы можете удалить вот такой код. Ну, делать этого, конечно же, сейчас нам не надо. Это я показал вам только для примера, чтобы вы убедились в том, что это рабочая конструкция. Поэтому тег Canvas нам будет пригождаться в таких ситуациях, когда нужно что-то нарисовать какими-то примитивами. И будем мы это делать с помощью языка JavaScript. Также в курсе по JavaScript мы будем создавать простенькую игру в браузере. И, конечно же, мы будем отрисовывать все элементы через тег Canvas. А язык программирования будет JavaScript. Ну, а сейчас не стоит слишком сильно вдаваться в подробности. Если вы не понимаете весь этот страшный код, ничего страшного. Дальше мы будем все это рассматривать. Вы обязательно во всем разберетесь. Тут все довольно просто на самом-то деле. Сейчас вам достаточно знать только тег Canvas и для чего он нужен. А на этом у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ждите следующих видео уроков, переходите к ним, смотрите их. Также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео. Все элементы, которые вам понадобятся для этого видео урока, будут в описании под видео. Спасибо за внимание и до новых встреч в следующих видео уроках.